Шутки в сторону. Это немного необычный пирог с рыбой, так как он делается с брюшками жирными такими. Вообще, в чем прикол такого пирога? Сейчас расскажу. Брюшки – это та часть рыбы, которая очень невероятно нежная, но при этом, да, она очень жирная. При выпекании они частично дают свой жир, свою сочность, и пирог становится настолько нежный, что его практически не надо жевать. Да, пирог получается достаточно жирным, и если вы так же, как я, нормально относитесь к салу, к жирненькому, то вам 100 пудов понравится. Если вы сейчас смотрите такие, как жирно, то положите меньше брюшек, больше картошки, больше рыбы, и получится сок вообще.